Выпускники сельской школы Касталовского района подарили родному селу новый клуб. Строительство велось полностью за счет их собственных средств. На сегодня в рамках программы «Туган-Жер» в этом районе реализовали 45 проектов. Касталовцы в лидерах по благоустройству своей малой родины. В прошлом году в этом районе было реализовано 45 проектов при поддержке выпускников школ и меценатов на общую сумму 77 миллионов 400 тысяч тенге. На этот раз завершено строительство самого нужного объекта для села – сельского клуба. С этой новостью сельчан поздравил аким района Асламбек Саркулов. Мы очень рады, что у нас есть такие неравнодушные, щедрые и заботливые люди, поскольку мы всегда должны заботиться о селе. Сейчас со стороны государства делается очень многое в поддержку села. И если каждый житель внесет в эту работу свою лепту, наши села станут краше и сильнее. Концертный зал сельского клуба рассчитан на 100 мест. Посетители смогут не только участвовать в мероприятиях, но и знакомиться с богатым книжным фондом здешней библиотеки. Выпускники школы 1978 года рады, что их земляки довольны таким подарком. За полтора года мы справились с нашей задачей и возвели новый красивый клуб для односельчан. Все они рады. Считаю это нашим вкладом в развитие родного села, в повышение культуры и общего благополучия. Дав доброе напутствие новому объекту, старейшины села перерезали символичную ленточку. Спонсором и жителям села, принявшим активное участие в строительстве объекта, в ходе торжественного открытия вручили благодарственные письма акима района. Выразили свою благодарность организаторам такого важного дела и земляки. Все жители нашего села от мала до велика приходили на стройплощадку и помогали строителям. Благодарим всех. Давайте сохраним наш клуб для нашей пользы будущим поколениям. Церемония открытия продолжилась концертной программой от местных артистов. Алмагуль Джампиисова, Мейербек Бисикешев, Саид Самигула, Акжайк Акпарат.